Да, там Юра по последний, тут нам поговорить, что уже вот выполнил. А что ж, он не левин, не ведь врач? Нет, знаете, я уже скидки казала вам за мыши. Так, мара тебе заскакала, я маша не слышу, сиди заскакала. Ну так как чмутно, я хочу. Так, у нас троят Христину, да? Да. Це я не знаю, Калин. Калин. Застроим. Так что ж, ну что ж. Ну тоді уважимо людей, почекаємо, да? Ну, якщо так, то сідайте, будь ласка, на скамеєчки. Ми будемо молитися, брате. Благословен Бог наш всегда ныне и пресно веки вековами. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царь небесный, утешитель души истины, живи с детства и все исполняет сокровища твоих и жизни подателю. Иди все листья в ней очистили, от всех я скверный, спаси Боже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне известно, и веками. Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти исцели немощи наши, имени Твоей ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и пресно, и веками. Отче наш, кто из меня наказал? Отче наш, Яко Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і віковами. Господу помолимся. Господи помилуй. Великий Господи Боже наш, Тебе молимся і просимо, да знав нас і святі Твої на рабі Твої всіх. На рабі Твої всіх Ольги, на рабі Твої всіх Анатолій, і на рабі Твої всіх Валерії. Да знав нас і святі Твої на рабі Твої всіх Ольги, и надеяться, что ты мира так лукав на это вража, последовать же повелением Твоим. Даже Господи, вечером прибытие имени Твоим святому, на них совокупляемых, во время благодарности Твоей церкви, совершенно уставшего дарья Духа Твоего, да позвольте Твоим Твоим жизнью Твоим, что ранее печати решим судьбу Твоим 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 Радость и благодатная Богородица, делайте, что гостя солнца, брата Христа, Бога, священ, сущий во тьме, и свести ты старший праздник, и на рубе, и на свет уж нашим Богом, что нам воскресенье. Господу помолимся, Господи, помолимся. Во имя Твоего, Господи, Боже, истинно, грозно, Твоя Сына, Святого Твоя Духа, во имя Твоего, помолимся. На работу есть и в Валерии, на работу есть и в Анатолии, на работу есть и в Ольгу. Сподобшись, ты бегнуть, ко святому имени Твоему, под кровом Крым, Твоих сохранитесь. Поставить не ветвую юную прелесть, исполни же тебе верную одежду любви. Разумею, как ты все идем боится, но вернет все Господь наш Иисус Христос и Святой Духа. Даже во всех заповедях твои ходите, вот на тебе сохраните. Я каще бы сотворился, человек жив будет не до. Напиши в князь жизни твоей, соедини в славном свете твоего. А посланцы имя твоих страних, возлюбленного твоего Сына Господа, жена нашего Иисуса Христа, жителящего твоего Духа. Да будут точно твои, взирающие на них милости, и вы, но и уши твои, что слышите, а вас моления их. Возвестили деле какую во всяком роде их. Да исповедятся тебе, помняйся славе имя Твоей Великой Вышней, отвали тебя в усине жизни своей, тебе будет сила небесная. То есть слава Отцу и Сына Святого Духа, ныне и Христа, и Христа. Господу помолимся, Господи помилуй. Запрещай тебе, Господь, дьяволю, пошел на мире сердце человеца, да расшит моему учительству человека, и не даже дай, если ты не 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 дай, из жени изняла всяко лукавое нечистое в любви, поднимающееся в сердце его. Из жени изняла всяко лукавое нечистое в любви, поднимающееся в сердце его. Из жени изняла всяко лукавое нечистое в любви, поднимающееся в сердце его. Из жени изняла всяко лукавое нечистое в любви, поднимающееся в сердце его. Из жени изняла всяко лукавое нечистое в любви, поднимающееся в сердце его. И жени изъявил всякого лукавого нечистого духа света, не извящегося в сердце ее. Духа прелести, духа лукавства, духа служения всякого лихости, духа лжи и всякой нечистоты,
Действуй по назначению дьявола. Успехов часто есть святого стада Христа Твоего, до честной церкви Твоя. Сцена наследника, шире наследница царства Твоя, да по заповедям Твоего Христа, сохрани печать нерушимую. Соблюди жизнь, я скажу, получат божество святых, во царстве Твоем. Благодать и щедротам, человеколюбием, веру, но сцена Твоя, с ним же благословенность. Сцена Твоя, моим Твоим, 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 Отрицаешь лица сатаны, все дела, всех ангелов, сатаны, все рождения, то есть твои твои. Отрицаешь лица сатаны, все дела, всех ангелов, служение, все рождения, то есть твои. Отрицаешь лица сатаны, все дела, всех ангелов, служение, все рождения, отрицаешься. Повертайтесь до мене. Сочетоваешь лица Христа, сочетоваешься. Сочетоваешь лица Христа, сочетоваешься. Сочетоваешься Христу, сочетоваешься. И веруешь ли ему, говорит, верую Господу Богу. Верую Господу Богу. И поклонись ему, поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. Благословен Бог всем человеком, хотя и спастись, и познание истинное прийти, ныне и приесть на веки, и Бог тебе помолимся. Господи, Господи, призови раб твоих, Ольга, Анатолия, Валерия, Христов твоих прощений, Господи, великий, я себя благодарю, свята твои прощения, прошу и мир, обнажись и вечно исполни, свята твои дух, силы, в соединении Христа твоего. На них там начало тела будет, начало твое царство, и благодарение благодати и народа, зависимо с тем же благословенности. Тебе святым благим, встречу твоим духом, ныне и приесть на веки, Благословенно Царство Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и вечные веки. Мир Господу помолимся, Господи помилуй. Во слышней мире и во спасении душ наших, Господи помолимся, Господи помилуй. В мире всего мира благословение святых Божьих церкви и соединение всех. Господу помолимся, Господи помилуй. Во святом храме всеми с верой и благоговением и страхом Божьим входящих, Господу помолимся, Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодати, Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную,
преславною владичною нашу Богородицю Преснодіву Марію, со всеми святими помянувши, самі собі другого і все житті наших Христу Богу. Так, будь ласка, молятися за мене розділення. Ось на лавку. На стіл. Yeah.
участок цей Потому что мы
хрещемся, віримо, що жити з ним будемо. Знаючи, що Христос відкупився з мертвих, вже більше не вмираєш, смерть над ним не панує. Вже більше. Бо що вмер, він то один раз вмер для віка, а що живе? Так само і ви вважаєте себе за мертвих, за віка, і за живих для Бога в Христі Ісусу Господі нашому. Вона тут завжди Ісус промовив до них та сказав, вона мені всяка влада на небі на землі. Тож діти навчить всі народи, кричачи землі, отця і сина, і святого духа, навчаючи зберігати все те, що я вам заповів. І ото я вам перебувати на всіх денно, аж до кінця віку. Господу помолимося, Господи, 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 пішень рабов тим дарували. Різь Петер, Лінь, Тебе, Сам Владико, Господи, Ти священний сон, Той серця, що возряті вони вгорою, що двіра й новіра ворога кровства, і пині дяждою життя сіння, спину нині, базі не сухрення. Нерушимо в них духовно печать, благати Тої судьбою, мінуці вже й новою, подмірності щедро Твоїх, і благословися та славися. Чесною вікарю Тої, Твоє, Слава, Сина, Святого, Тої, Пані, і Пілісна, Тобі, Господи, помоги, і контролюй, положу мені руку Твої державної сохрані, всі Твої власні, кратно помчення, сохрані, спадові жодвічні, Твої благодарні, кратися, священніше. Чи слава ссилаю від Твоїх Сина, Святого, Пісною, 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 Прибуття на стою прохонується ж рані дітей, і ви на це до кінця повітря все покажу. До твоєї це жінки народи, святого святого святого, за це все твої, що отрічя твоїм духом, мені, просто не вийти без проблеми. Ну то не помог. Чего слышишь?
помилуй, Господи, помилуй. Я помилую Тебе, человеку, любовь, Богу, Святого Слава, ссылай. Отцу и Сына, Святому Духу, мне и Пресная, и Пресная. Мудрость Пресвятая, Богородица, спаси наши снейшие, Кирилл, Слава, Шури, Слава, 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 Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сына, Святому Духу, мне и Пресная, и Пресная, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскресе из мертвых Христос истинный был наш, и ты зачисти Своя Матерь, святославных и всех правильных апостолов и всех святых. Помилуй, ты спаси от нас, яко благочи, дай кормиться. Поздравляю вас, похрестниками, хрещеными дітками, дай Боже, щоб діти вирощені були вами хорошими, добрими, щирими, здоровими людьми. А такими вони будуть, якщо ви їх виховаєте в християнській вірі, якщо будете розказувати про Бога, якщо будете вчити молитися, якщо будете приносити і приводити до церкви, те саме, що я казав вам, мабуть, читати священне писання. От, до речі, оця Біблія, яку ми читали, може бути вами прикладом, це був найкращий подарунок від хрестних батьків по хресті. Будь ласка, так само і цей молитовник. Хто бажає, ось іменно це Біблія, якщо батьки всіх діточок не вічені, треба, щоб обвінчувалися, щоб дітки ці були законного шлюбу. Хто тебе? Чи це папа і мама? Папа і мама. А це сестричка, так? Ні. Де сестричка? Ваша отця, так? Воля. Так. Будь ласка, не включіть, бо я вам свідоцтво повинен там вже заповнити і підписувати. Так, я, мабуть, з кимось перепутав. Воно тут написано вже там вийде. Каріна. Ну, зараз не переймати. Тримай. Що? І що? Належався. От знаєте, як я. Дівчата, всіда прохання моя одна. Я в церкву йде, та не на кмасту йде, бо я Христа чекаю, я не чекаю слово. Воно, знаєте, жінка вона красива, коли в неї природі красота. А коли така собі, то вона, значить, і жінка така собі. От треба на це, так сказати, ображення мати. Так, все, балетку одягайте, будь ласка, і хай вам Господь.